дядя Серго, куда мы влезли, брат? Долго-долго-долго, если долго по тропинке, если долго по дорожке, то потихоти бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно-верно, то, возможно, можно-можно, можно в Африку прийти. В Африке реки вот такой ширины, в Африке горы вот такой вышины. Первый этап пройден, молодец. У меня писет диктор, да. Я тоже здесь. И как только на тропинке встречу я кого-нибудь, то тому, кого я встречу, даже зверю верю, верю, не забуду, буду, буду, буду здрасте говорить. Здравствуйте, реки вот такой ширины. Конечно, если ты такой ленивый, если ты такой пугливый, сиди дома, не гуляй, ни к чему тебе дороги, косогоры, горы, горы, буераки, реки, раки, руки, ноги береги. Зачем тебе море вот такой ширины? Серго, красава. Улыбнись. Анна Кафтун 9, так, если не окончен, да.